если обратить внимание потом на камере, будете смотреть, зарево будет там, то ли в момент запуска, то ли в момент падения, черт его знает. Это фосфор, да, похоже? Ага. Ну что-то слишком много для фосфора. Да, вот зарево, видно? Уже сколько? Уже четвертая бомба? Видно фосфор, зарево, да? Видно зарево. Ух ты, вот. Сейчас вот, и ловите зарево, сейчас это, будет. Это когда? Со стороны Песок, я так понимаю, да? Или с аэропорта? Это откуда-то маленько. Смотри. Сейчас он кто-то раз. Мини-автомат. Да, вот на фоне этого. Я на фоне этого, да, скажу, да, а завтра это наверняка машину. Слушай, тебя не будет. Я по всему за моей спиной находится зарево бомбы. От зажигательных бомб, или как их называют, еще фосфорные бомбы. На кадрах вы можете наблюдать. На кадрах вы можете наблюдать, как они приземляются, и после приземления, помимо звука, еще наблюдается небольшое зарево. Это, к слову, о том, что украинские войска не используют запрещенного оружия на территории ДНР. Чего есть? Да слушай, их уже с десяток они начали. Они решили сжечь, что ли, там всех, ребят? Несколько.